привет, меня зовут Лина. И это Day by Daylight. Вот, мы продолжаем. Так, куда я пошла вообще? Зачем я сюда пошла? Объясните мне, пожалуйста. Вот она сейчас, короче, да. Ладно, Лина глупенькая. Лина пошла брать красивенькие вещи. Бесполезны совершенно. Опа, техник. Техник, это нам надо. Иди сюда. Вот. Фонариком я не умею пользоваться, насколько я помню. Поэтому можно даже не пытаться. Не, он все равно мне все равно достался. Ладно, 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 ладно. Опа, гибкость. Гибкость есть, да. После ускоренного прыжка через препятствие вы получаете ускорение в виде... О! Это, видимо, А, мне не хватает денег. Срочно пойдемте поиграем. Так. Вебку я, пожалуй, перекину вот сюда, потому что, чтобы вы видели, что происходит. Я посмотрела, там справа очень удобно для Skyrim, но не очень удобно для всего остального. Так, я готова, господа. У меня там, правда, из инвентаря чисто только походная аптечка, да? Давайте получше аптечку, что ли, возьмем. Как-нибудь вот, вот так вот, что ли. А подношения еще нету. Нет, я не успела. Будьте без подношения. Я напоминаю о том, что это мой второй заплыв. То есть я вне записи не играла в Day by Daylight. Да и навряд ли буду. Пока что. Игра против тени. Сила тени меняется в зависимости от продолжительности преследования. Сперва и скорость передвижения и дальность выпада уменьшена, но он также имеет намного меньший радиус террора. Ага, то есть его ты замечаешь уже тогда, когда он непосредственно рядом, да? Но он медленный. Радиус террора — это звук биения сердца. Повещает вас о том, насколько близко подошел убийца. Чем он ближе, тем сильнее будет биться сердце. Спасибо, игра. Я так понимаю, что все-таки режим новичка, он типа подсказки дает, да, всякие. Подношения, не конфликтующие с подношением другого типа, сжигаются перед началом матча. Интересно. Окей. Мы продолжаем играть за геймершу-азиаточку, как бы это ни звучало. Так. Тут я не вижу. А в подвале есть генератор? Нет, нет. Ты что делаешь? Нет, тут только сундук. Ну так, страшновато, да. Чё тут? Карта? А чё карта? Прочитать карту? Понятно. Ладно, давайте подберем нашу аптечку. Тут ничего такого нету, да? Тут ничего такого нету, но там можно спрятаться. Жесть вообще, конечно. Опа. Ну, тут как бы страшновато, да. Есть такое. А где наш дорогой маньяк? Так, тут-то загрузили. Тут загрузили, все. Он где-то там был. А, это этот же. Чувачок. Что тут? Тут ничего нет. Давай починим.
он где-то тут, походу, да? Зараза. Ах ты скотина какая. Ля-ля-ля-ля-ля. Офигеть, он накопил. Молодец, молодец. Так, и что ты мне хочешь? Как же ты кричишь? Он, короче, заносит свой нож, походу, да, и там кто-то спрятался. А ты кемперишь, скотина? Иди беги, вешай. Спасибо. И побежали, и побежали, и побежали. Чё? Так. Пошел в жопу. Ну, чувак, слушай, я уже висела. А, там сняли. Походу, да? Так, а как я тебя буду лечить? А никак. Ладно. Меня дергает от этих проверок всякий раз. Простите, поторопилась. Ну тот еще надо. Меня реально от этих проверок просто дергает. Я нажимаю так, как будто от этого. Бля, ребят! Он там сидит и пырит просто, короче, да? Ну да, вон набрал. Сейчас будет просто раскидывать. Нифига себе, как красиво. Так, убежали. Набрал, походу, да? Угу. Генератор остался один. И рядом крюк. Господи, напугал, чё? Ой, да блин! Сейчас ругается вообще очень сильно, чувак, наверное. Да господин вуайерист, он смотрит такой, смотрит, насматривает себе урон, а потом херак из ножа.
походу. Да я реально, я вот прям так паникую, когда нажимаю на эту кнопку. То есть у меня реакция вообще никакущая. Так. А потом он будет мониторить... Ага, туда и туда. Ну это, конечно, хорошо, что туда и туда. Но только он, скорее всего, будет ждать нас. Там и там. Да? Там пока... Пока что. А, он где-то пырит. Открыли, смотрите-ка, да? Сбежал. Молодец, все, пойдем. Пойдем, пойдем. Пусть пырит, сколько влезет, придурок. На всякий случай. Я вчера, ой, точнее, в прошлый раз просто загубила все свои скриншоты каким-то образом. Ай, блин, не повыполняли. Ну, я на крюке повисела, ладно. Вторая магия что-то совсем было грустно. Ох, нифига ж себе у него тут перков, конечно. Быстрее отправляйтесь, сумеречные шпионы, мертвая хватка, офигеть. Так. А чё ты? Быть выжившим. Выжившие открылись какие-то. А, Дэвид Кинг открылся. Что? Он же у меня был. Ай, не суть. Мне пока нравится Фэнк. Ее надо пока прокачать. Что-то я хотела взять, но, по-моему, не взяла, да? А, все мне. Тридцать пятый. По-моему, именно этот... Ой, хранитель. Хранитель это что-то хорошее. Только не хватает на него. Значит, надо еще поиграть. Самое главное не забыть, как в этот раз, что я хотела прокачать и взять. Что фиолетовые перки-то они прикольные. Так, никто не остался позади. Давай. А, уже все? Где еще только? Да, только лобби. Так, подожди, лобби. Снаряжение, подношение. Успокаивает сущность. Так. Увеличивает удачу, допустим. Мы справимся. Техник. Поехали. Когда вы ранены, зоня отличной реакции. При ее проверке во время починки лечения увеличивается на 30%. Никто не остался позади. Нельзя оставлять кого-то на произвол судьбы. Как только на ворота подастся питание, на вас будут действовать следующие эффекты. На 100% больше очков крови, когда лечите и снимаете с крюков других выживших. На 50% быстрее лечите. При снятии выжившего с крюка бонус 7% скорости. О, нифига себе, Фэнмин, конечно, тут. Такая, нормальная Фэнмин. Фэнмин в Цепао. Так, кто-то не доложил благословение. Наверное, это Фэнмин. Это я в роли Фэнмин, короче, прошу. Ой, траппер.
В окнах, в узких местах и у досок часто ставят ловушки. Выжившие могут сбежать из ловушки сами, шанс 16%, или дождаться спасения других выживших. Разве шанс не был выше сбежать из ловушки? Ну, блин, траппер, это вообще грустно. Это надо вообще под ноги смотреть. Если вы последний выживший, вам может быть доступен побег через люк. Иконка люка появится в левом нижнем углу, чтобы дать вам понять, что он открыт. Так у меня, может, в предыдущих разах просто не было люка тогда? Лука. Даже находясь при смерти, вы все равно можете выползти на волю через открытые ворота или прыгнуть в люк. Я могу как-нибудь их сломать изначально? Нет, походу не могу. Ладно. Убежали, что? Что мы можем делать? Что произошло? Ты что сделал? И зачем, дурак? Я слышу, как чинится генератор, походу, да? Ага. А-а-а, здрасте, 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 здрасте. Отстань. Пошел в жопу. Стопудов уже где-то рядом. А, вон он, вон он, вон он. Блин, а чё он дыщет-то там? Так упрямо все. А, он бегает, наверное, за ней, да? Вон он бегает, да? Но он пока за ней бегает, все уже давно починит. А что ж ты делать-то будешь-то, а? Так, тут все починили. Ага. Я слышу генератор. Чего? Давай, давай. Два генератора осталось, да? И там, кстати, тотем.
Но у него радиус террора будь здоров. А, ну он там кого-то все же поймал. И она сбежала. Он ее поймал, а она сбежала. А, похоже... Ой, ай-яй-яй, прости. Я никак не очищу тотем, да? Не, очистила, нормально. Так. Что за звуки такие? Звуки страшные. А, вон находится чувак. Ну, его, конечно, надо спасать. Ой, опять фармер, что ли? Серьезно? Да нет, он вроде как пытается, короче. Чего происходит вообще? Что за салочки? Объясните мне, пожалуйста. Что это такое? Сбор материала. А, это тоже можно завязать. Ну, фиг знает. Я так понимаю, что это все-таки немного фармер, потому что что-то он... Делает-то непонятное. Ну, люди сбежали, в принципе. Идите, бегите уже. Зачем вы это делаете? Ну ладно, походу им весело. Кто я такая, чтобы осуждать? Правильно? Весело, ну пусть веселятся, ладно. Ой, что это такое? Хранитель. Хранитель, это интересно. Ключ.
От подвала. Ладно. А, не хватает, ладно. В итоге у меня все три, да, получается, навыка. Ну, все три навыка, это ладно. Ладно, поехали дальше, чё. Чё тут? Испытание выбрать. Какое испытание могу выбрать? Никакое не могу выбрать, потому что это надо было делать раньше. Ну ладно. У меня там, в принципе, все стоит. А я не могу. Ну ладно, пофиг. Мэк Томас, Джейк, Уильям был Овербек. И Фэнмин. Нормально. А вы будете играть, ребят? 8 уровня. 1-8, остальные непонятно какого, да? С фонариком. А этот вообще без ничего играет. Видимо, хочет найти что-нибудь в сундуке. Очень забавно, что кнопка «Отменить» пропадает, как только маньяк и два выживших готовы. Все, вы выбрали, что вам надо. Поехали. Друзья, товарищи. Цветы и мешочек. Поняла. Игра против Немезис. Ой, это электрический чувак. Заражен в состоянии удара щупальцем или атаки зомби будет наносить вам урон. Устраняйте заражение при помощи вакцины. Но учтите, что ее запасы ограничены. Ауч, это мне еще надо будет вакцину искать. Помимо того, что надо будет еще генераторы. Нет, ну в этом-то плане они типа расширяют, да, геймплей, что не только надо люки-то доставать. Но еще будьте добры, пожалуйста, там, тотемы разбивать, вакцину использовать, да. Причем вакцину там один человек, я так понимаю, на себя может использовать. Я надеюсь, что те фармеры нафармили достаточно. Я просто не вижу смысла особо фармить, потому что оно все равно все сбрасывается. Плюс я играю на запись. Ой, Raccoon City. Здрасте. Ой, сразу же генератор. Пойдемте, чё. Обрадовалась я генератору, да. Чё? А, вон вакцина, да? А ты где? Я пол, я стена. Я плинтус. Не, ну на одном-то месте это как бы сидеть такое себе. Конечно. Чё ж ты так кричишь-то? Нашел таки, да, генератор нормально. Простите. В эту игру надо добавить неприличные жесты, которые ребята будут мне показывать тогда, когда я буду им факапить генераторы в шаге от победы. Я не специально это буду делать, это просто по закону подлости всегда так бывает. Я просто человек, который, ну вот реально, если на него надеется, в ответственный момент она берет и все испортит.
Чё, Мэгги, а тебе место не досталось. Опа. Опа, нифига себе. Так, наверное, надо бежать. Что? Что? Зомби? Серьезно? Успею! Ну почти, ладно. Жесть. Тут-то вакцина. Не, ну я, конечно, люблю. Истории про зомби, но не настолько. А как с ними бороться-то? Типа, ты на них светишь, и они застывают? Уйди. А ты чё тебе... О! Господи, ты чё? Так, я, пожалуй, пошла отсюда. Мне не нравится эта история. Жесть, вот это хоррор. Происходит. У нас 4 генератора. 4. 3. А враг где? Это? Офигеть! Вообще, вот это проверка, конечно. Они типа машинально на нас насываются, интересно. Я не хочу вообще туда идти, конечно. Я вообще никак не помогаю чинить генераторы.
чисто хожу в такая в шоке огромнейшем. Типа, чё? Чё происходит? Где вы? Как вообще выглядит-то этот ваш враг? А наверху генератор-то починили? Или там все? Да, починили. Я так понимаю, ребята, это уже скилловые, да, такие? Которые берут там на зомбари светят. Да? Да, давай, кричи тут. Я вообще на самом деле посмотрела бы, как выглядит-то этот. Маньяк. Потому что пока я видела только зомбарей. И это было не очень весело. О, я слышу. Они крайне медленные, да. Пойдем? Чё? Смысл булки мять? Страшно, конечно, жуть. Двое зараженных. Все, все сбежали, отлично. Объект одержимости сбежал? Что? Ну как, повеселились? Ну так, неплохо, да. Прикольно. Молодцы. Забрать награды какие-то. Жесть. Вот это, конечно, геймплей, блин. Ракун Сити и зомбари. А где? А как я тебе? А, это надо открыть билет, да? А у меня не открыт билет, то есть я типа могу... А, я, наверное, забрала, да? Забрала награду. Ладно, пофигу. Есть премиальная тропа, есть обычный зеленый билет. Воу. Так, снимите с крюков выживших. Ну, давай. Чё? Прикольненько, ладно. Давайте качнем еще. Фэнг. У меня пока нету какого-то там любимой локации, поэтому какие-то там ключи, которые повышают шанс выпадения, мне брать особо не хочу. Кровный узел. Угу. Самопознание. Вы знаете свои слабые стороны, закрывайте на них глаза. Оставлены вами следы трещины. Да нет.
Давайте вперед, чё? Да? В смысле испытания не выбраны? Я ж только что выбрала испытание. Алло, вот. Или как? Как вообще? Вот, выбрала. Да? Выбрала же. Поехали играть. Поехали. На финальную разобралась, как, блин, выбирать испытания, конечно, да. Ну ладно, чё бы и нет. Финальную сделаем и закончим тогда. Но мне особо нечего. А, у меня не осталось чего-то, да? Давай пластырь-бабочку полечим. Способность чтения аур мне особо не нужна. По внешности я ничего не могу, да? Амулеты зачем-то экипировала. А, типа я пучок могу сделать. Не, мне нравится каре. Кладетта, Дуайт и Дэвид Кинг. Окей. Блин, как они все-таки дизайн-то переработали? Прикольно. Я помню игру совершенно другой. Я в нее. Ой, у нас было подношение только что от маньяк. Игра против кошмара. Чтобы проснуться, используйте подсвеченный будильник. Это на 30 секунд приостановить таймер сна, после чего вы снова начнете засыпать. Мы сейчас все спать будем, да? Это спящая будет катка. Интересная тамада. Даже находясь при смерти, вы все равно можете выползти на волю через открытые ворота. Ну, или прыгнуть в люк. Люк. Угу. Рядом с крюком я появилась. И вместе с Дуайтом. А, мы все вместе появились. Так это нам надо искать вон генератор. Кто первый сел, тот и генерирует. Да? Какие интересные у вас тут. Мы будем друг друга будить, походу, да? Мы сейчас все уснем. Ладно, я хочу посмотреть, как сон будет выглядеть. Опа. Вон будильник, да? Как мы с вами неожиданно познакомились. Вот и какой дядя-то дерзкий. Ах ты зараза, а? Зато проснулась сразу. Ах ты ж скотина такой, а? Ну отстань, 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 отстань от меня, отстань, 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 отстань.
Ой, я дурочка. Ой, я дурочка. Ну, хотел посмотреть, ну, пожалуйста, да. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. А, нет, все. Серьезно, ты кемперишь? Иди отсюда. Не, он реально, он кемперит. Ну, практически, ладно. Бесконечная просто борьба Фэнмин и кошмара Фредди Крюгера, конечно. Ну и все, я закончилась. Что я могу сделать? Просто трижды. У меня была задача снимать людей с крюков, а не висеть на них. Не, ну я одного-то сняла-то, ладно. Ай, ладно. Блин, я все потеряла. Так, не, ну смысл-то прокачки уровня-то имеет, а какие-то штуки фармлю. Фиг его, правда, знает, какие и зачем. Но фармлю. Давай аптечку возьмем. И колечко. Снаряжение. Ну, похуже у меня будет, ладно. Рассеивает. Ну, с другой стороны, как бы... Нет, темный туман на самом деле имеет смысл рассеивать. Сгучать имеет. Потому что чувак тогда будет нас меньше видеть. Ладно, давайте еще тогда. Я думала финальную сыграть, но это было настолько дерзко и быстро, что надо еще. Ада Вонг. Так, а внешность какая-то у меня есть. Ой, а у меня что-то есть, оказывается, внезапно. А внезапно у меня-то что-то и есть. Шорты победителей. Штаны для бега. Ну, например, вот так, ладно. Или домашний кардиган. Давай домашний кардиган, ладно. Переоделась. Тяга со Скайрима к скриншотам, конечно, меня просто не оставляет. Так, игра против медсестры. О, люблю медсестру. Я не знаю, почему. Может быть, потому что я узнала про ДБД тогда, когда ее ввели. Со скачком медсестра может проходить сквозь стены. Попробуйте предугадать ее перемещение, скройтесь с ее глаз и сбегите во время ее усталости. Да, она типа делает рывок вперед, преодолевая все текстуры, но потом она немножко устает. Когда у Жушо не получается сбежать, он теряет предмет, который был у него в руках.
Выжившие могут прятаться от убийц в шкафах. Убийцы могут эти шкафы обыскать, но потерять при этом время. Да блин, мне кажется, у нас в целом как бы время теряется у всех. Сгнившие поля. А это Kill Bill, по-моему, да? Это его, по-моему, поле. Понятно. Чего? Что там происходит вообще? Она пытается сбежать от нее? Ох ты, зараза, увидела! Я думала, она решит, что я туман. Но не тут-то было. Не каркай мне тут. Ага. Давай помогу. Я полезная. Так, ладно. Это она... Он там, что ли, бегает? Мне, походу, от нее тут бегает, да? Где она там? Интересно. Я, конечно, в опасной близости. Но за сестру сложно играть, да. Особенно, когда она рядом что-то делает, пытается. Ну ладно. Я просто думала полечить, но походу не стоило вообще даже отвлекаться. Там кого-то коцнули все же. Так. А. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Ты что, кемпирить его будешь, что ли? А, ты хочешь разрушить? Так. И ты? Здрасте!
Здрасте, 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 здрасте. Да! Ух ты ж, сучка! Простите. А, ну она меня как раз-таки и подвесит сейчас. А что ты пытаешься делать? Ты пытаешься его добить, что ли? Пошла в жопу! Что это такое? А, это тотем. Она, походу, тотем использует, да? Так, а я могу как-нибудь тотем разрушить? Нет, не могу. Отстань, 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 отстань. Пошла в жопу. Еще я заберу у тебя все. Ах ты ж, скотина. Блин, она кого-то повалила. Зараза. Зараза догоняет-то, да? Может, ты меня полечишь? А то я как бы нас палю прям жестко, люто. Походу, я все равно на то, что я тут превозмогаю. Плечи. Спасибо. Выглядит, конечно, максимально прикольно. Спасибо. Итого у нас два генератора, да? А тут о чем? Это моя аптечка, вообще как бы. Моя аптечка, и она где-то там. Репит. Угу. Она генератор, наверное, да? Караулит. Или нет? Караулишь или нет? Но если у нее есть ворон, то будет сейчас караулить. Ля, ты смотри, она его уже сломала. Пробрался, блин. Кукуруза, дедок. Опа. Блин, у нас этот ливнул, походу, да? Жалко как. Ну ладно, что поделать, нервы сдали.
сдали. За медсестру трудно играть. В целом за маньяка трудно играть, потому что ты один, а этих как бы неблагодарных 4 штуки аж. Ладно, давайте на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на YouTube, если вам понравилось. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Также у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Всем хорошего утреннего вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя. И пока-пока.